Скажите, какие вы... Очень большая сила здесь в объединении и взрослых, и пожилых, и детей, и такой молодежи, как вы, которая является будущей чёрной нашей страны. Мы решили помочь храму, потому что совместный труд объединяет. Нас попросили убрать ветки с территории, попросили помочь помыть окна. Это все нужно для того, чтобы помочь храму, для того, чтобы помочь людям, которые здесь работают и так далее. Это работа во благо. Помощь, которую ребята оказывают, надо общаться, надо приходить. Надо чувствовать друг друга, а в работе и в труде познается каждый человек. И поэтому, когда собирается такое количество людей, люди, особенно молодых людей, они начинают понимать, кто чего стоит. Поэтому мы большое спасибо, что эти молодые люди пришли, и мы будем всегда приветствовать помощь, которую нам оказывают. Любая помощь, работа, как у нас говорит, во славу Божию, и Господь воздаст за то, что пусть немножко, пусть маленький труд, но каждый приложит его сам.